ускорено в 3 раза. Расстояние примерно 5000 километров. Видео будет содержать 21-22 серии. Автомобиль Skoda Fabia. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Расход бензина в среднем по трассе составлял 4,9-5,1 литра на 100 километров. Маршрут проходит по городам. Старт в Иркутске, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь, Казань и старт в Москве. Я назвал только крупные города. Каждая третья серия заканчивается остановкой на ночевку, на привал, с комментариями, такими, с короткими комментариями вместо привала. Смотрите, оценивайте, пишите комментарии. Очень жду рекомендаций, советов, подсказок, как улучшить, как сделать более привлекательным, красочным это видео. Надеюсь, встреча не последняя. Стартуем в Иркутске. Поехали.
день. Стартуем в городе Иркутск. Автомобиль Шкода Фабия. Механическая коробка. Состояние, ну, скажем так, деликатно удовлетворительное. Проблемное заднее правое колесо. Грыжа и постоянно спускает. Автомобиль был не в очень хороших руках. Что будет дальше, покажет дорога, трасса. Расстояние не очень близкое, не очень далекое. Но сами все увидите. Температура за бортом в Иркутске минус 19. Настоящая зима. Это я подготавливаю оборудование дорожное. Радар-детектор включил. Маячок. Видеорегистратор, радиостанцию, навигатор. Поехали. Машина довольно шумная, на каждой кочке гремит, ну, по всей вероятности от того, что был сильный удар в заднюю часть, в задний бампер. Погнут багажник, багажник открыть невозможно. Ну и звукоизоляция. Звукоизоляция тоже не фонтан. Сейчас движемся в направлении Ангарска. Федеральная трасса М-53. Дорожное полотно удовлетворительно хорошее. В общем, между удовлетворительные и хорошие. Про температуру уже говорил. Вдоль дороги торгуют маслом автомобильным. Бочковое. Достаточно много машин ГАИ.
ДПС. Так, пикает радар-детектор. Где-то камера стоит. На скорость, видать. Приехал сегодня в Иркутск. 9:30 по московскому времени. Ну, плюс 5 часов. 8 часов принял автомобиль. В общем, недосып. Состояние не очень бодрое, поэтому не думаю, что проедем большое количество километров. Ну, Ангарск, дай бог, Усолье Сибирское. Ну, а там видно будет по состоянию. Скорость будем держать, наверное, ниже обычной. Потому что заднее правое колесо, как я уже говорил. Постоянно спускает и плюс ко всему на нем грыжа. Ремонтные работы дорожные. Такой мороз ремонтирует. Наверное, технология такая. Зима в полном разгаре. Вообще-то нет. Чувствуется приближение весны. Но зеленые пока стоят ели, елки, березы и лиственные деревья еще в спячке. Где будет привал? Тоже не знаю пока. Буду ориентироваться на самочувствие, состояние. Немного побаливает голова. А так, в принципе, нормально все. Автомобиль Шкода Фабия. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Базовая комплектация магнитола. И никаких других излишеств.
федеральная трасса М-53, Иркутск, Новосибирск. Две полосы в каждую сторону. Разделительных металлических отбойников между встречными полосами движения нет. Обочина довольно-таки широкая. Ехать, скажем, нормально. Единственное вот ложка дегтя — это то, что автомобиль аварийный, и открывается багажник, и проблемное правое заднее колесо. Вчера в поезде закончил съемку видео России из окна поезда от Ижевска до Иркутска. Съемку проводил только в светлое время суток. Все сохранил на внешнем жестком диске. Будет называть первая серия видео «Старт из Иркутска». Движение по городу довольно-таки плотное, без пробок, правда, но я ехал не через центр. Движение начал по таким закоулкам. На панели приборов выводится информация, в том числе и по расходу топлива. Вот в данный момент показывает, что расход топлива 5,6 литра на 100 километров. Временами полотно дороги сами наблюдаете в заплатах, каких-то ремонтных потеках, неровные местами. Повторяю, трасса М-53, Иркутск-Новосибирск. Пока поставил на навигаторе промежуточную точку, это Красноярск. Почему не весь маршрут? Для того, чтобы облегчить работу навигатора, потому что просчитывать весь маршрут — это 5000 километров, занимает какое-то время, можно затормозить и так далее. Поэтому для навигатора выбрал такой щадящий режим. Буду всю дорогу, весь маршрут разбивать на короткие участки, опять-таки с целью оперативной работы навигатора. Расход бензина упал до 5,5 литров.
эфир 15 канала, где общаются водители больших грузов, дальнобойщики, вообще все водители. Может содержать ненормативную лексику по этой причине. Отключите или убавьте звук. На 15 канале много передается рекламной информации, нужной для водителей. О магазинах, о шиномонтаже, о гостиницах, о мотеле, ну и так далее. Я думаю, сами все это услышите. Сегодня первый день движения. Старт в городе Иркутске. Если удачно все сложится, то возможно на привал остановлюсь в придорожном мотеле, что ли, как-то, я не знаю, назвать. Называется «Наш дворик». Это одно из самых лучших мест для ночевки, для отдыха, по всем показателям. Лучше, конечно, мотель «Омич», дай бог, там тоже остановимся на привал. А также в Новосибирском, там комплекс разных зданий или как помещений, называется мотель «Уют», мотель «Три семерки». Ну там много их, но я сейчас и не помню. Там тоже есть и гостиница, и душ, баня, сауна, магазины. Мне лично мне нравится мотель «Уют» тем, что там постоянно свежий, теплый, даже горячий хлеб можно купить. Проехали реку Китой. Включаем Сольский район, Сольно-Сибирская. Может, там остановлюсь, выпью кофе немного. Надо как-то войти в колею, что ли, фактически бессонная ночь. И движение дикое, но нападает сегодня. Организм требует отдыха. Навигатор предупреждает, что превышая допустимую скорость ограничения 70. Двигаемся где-то 75. Отъехали от Иркутска недалеко, но наблюдаю достаточное количество заправочных станций, кафе. Хотя от Иркутска отъехали недалеко. В Иркутске бензин 35,80, 92 на трассе 32 рубля 40 копеек, по-моему. Но
Но я залил бензин в Иркутске, потому что бак был практически сухой. Автомобиль для перегона не подготовлен во всех отношениях. Ну и отношение к автомобилю, мягко говоря, было плохое. Ведет себя автомобиль неплохо. Быстро набирает скорость. Довольно-таки мягкий. Но из-за того, что, говорю, было ДТП, там сильно ударили так, что багажник не открывается. Сильная вмятина. И поэтому в салоне все гремит. Временами можете это наблюдать. Более-менее дисциплинированные, по крайней мере, мне так кажется. Хотя вот эти вот ездецы, как их называют, ездилы, они есть во всех городах. Наблюдаю довольно много праворульных автомобилей. У них своеобразная манера езды. То есть вылазит на встречную, чтобы посмотреть, можно обогнать или нет. Активно работает ДПС. В автомобиле все трепещет, все крохочет. Это не очень комфортно. Время движения. Много передвижных постов наблюдаю ГИБДД. Усолье-Сибирское, город. Город Усолье-Сибирское. Я слышал, что здесь какие-то старинные пещеры лечебные. То есть город привлекателен для туристов, путешественников.
для тех, кто следит за своим здоровьем. Трасса М53, Гиралка, автомобиль Шкода Фабия. Автомобильчик проблемный. Двигаемся в сторону Красноярска. Постараюсь проехать как можно больше, пока солнце в затылок. Сейчас заеду, возьму, наверное, джинтоник. Энергетик. Потому что самочувствие самое лучшее. Сказываются часовые пояса. 5 часов разница с Москвой. Сами слышите, какой грохот. Звукоизоляция неважная в автомобиле. Однажды проезжал, у Соли Сибирская была буря какая-то, дождь, сильный ветер. Это общается... Здорово, что-то тебя сразу и не заметил, блин. Конечно, солнце светит прямо в глаз. Переездах автомобиль гремит, как ведро с гайками, с болтами. Это пикает, работают камеры. Так, сейчас надо будет купить энергетик, жидкости, не замерзайку.
хрена. Вот кушать тут нету, купить. Ресторан какой-то подозрительный. Ладно, что-нибудь попробуем на трассе. Взял энергетик. Вообще-то я им не пользуюсь. Но сейчас ситуация нестандартная. Попробуем чуть дальше в магазине купить. Так, пищу не принимаю, потому что сразу потянет сон. Нужно проехать максимально, пока солнце скинет. Дофига, а ни черта в них нет. Как видите, разметка практически отсутствует. По одной полосе в каждую сторону. Разделительного отбойника нет. Обочина более-менее хорошая. Вот несколько голосков тоника, самочувствие стало получше.
гаишник устанавливает оборудование. Сейчас будет ловить на скорость, на обгон. Не знаю, картинка совпадет, нет. Помню, чтобы на этом участке, на Сверхпутске, до Новосибирска были мошенники. Все имеют в виду, кто торгует верхними кольцами. Я, откровенно говоря, немножко подготовился к диалогу с ними. Купил в киоске на железнодорожном вокзале котел верхний за 70 рублей. Попробую разыграть с ними какую-нибудь сценку, диалог. Поменяться, например. Или им продать. Но им хрен продаж. Ребята ушлые. Проверка связи. Меня в канале слышно? Проверка связи. Кто услышит, ответьте. Памятник какой-то стоит, слоненка. Речка Белая, кстати, очень много рек. Очень много рек в России, называется Черная. Вот Белая, по-моему, одна или две. Вот сейчас проехали Белую, проезжаем. По-моему, еще где-то есть одна речка Белая. А так практически в каждом районе, регионе черная. Расход бензина упал до 4,9 литра на 100 километров. То есть автомобиль достаточно экономичный. Скорость порядка 80 средняя. Шкода Фабия. Так, обогнать, блин, не видно. Спуск начинается. Пошла встречка. Хорошо, что не пошел на обгон. А там целая колонна идет.
более-менее комфортно двигаться с большими машинами. Вот если они идут со скоростью там 80-90, уцепился за них и потихонечку, ни о чем не думая особо, вот, едешь. Но есть такая опасность поймать лобовое стекло какой-нибудь камень. Поэтому нужно держать дистанцию. Близко не прижиматься. Проходит попеременно по равнинной местности, местами по холмистой, плюс подъем, но они холмистые, не очень крутая холмистая. До Красноярска 906. Почти 100 километров проехали от Иркутска. Таких участков еще точно. Умеренность в движении, я имею в виду пробег 700-800 километров в сутки с нормальным привалом, чтобы спать 8 часов хотя бы, то к концу чувствую себя бодро, довольно-таки хорошо. Чувствие хорошее, и сон такое. А если насиловать свой организм, начинать там по 1500 в сутки спать по 3-4 часа, как бы да. Это может быть. В общем, у каждого водителя свой ритм, своя манера, свои требования, что ли, движения. Я никогда не ставлю перед собой задачу проехать как можно больше в течение суток. Ориентируюсь 700-800 километров. Вот повторяю, что очень положительный момент движение на запад – это то, что добавляется в световой период. Когда едешь на восток, то ночь, темнота наступает как-то неожиданно быстро. Вроде бы и энергии еще полно, и не устал, но уже темно, нужно останавливаться на привал. А на запад, когда едешь, двигаешься на запад, то ну, в полной мере, что ли, расходуешь свой запас бодрости.
отправляясь в дальнюю поездку, например, с детьми, с семьей, просто возьмите себе за правило проезжать сутки, 500 километров, больше не надо. Тогда и вы себя будете бодро чувствовать, и семья будет в безопасности, что ли. Например, до Иркутска, ну, особо двигаясь по федеральной трассе, по магистрали, особо озадачивать себя не надо, лишний там бензин или топливо брать. Заправочных станций достаточно на трассе. А вот, начиная, например, от Читы в сторону Хабаровска, вот здесь я бы, особенно в зимний период, советовал бы без запасной канистры с топливом, ну, просто не ехать и все. Обязательно, обязательно. Берите с собой на этом участке канистру с запасным топливом. Неоднократно наблюдал, когда трасса вот эта она трасса 57, она не очень избалована заправками, моделями. И зачастую бывает, что на тех заправках, которые есть, банально просто может не быть бензина. Вот надежная заправка, где постоянно бензин бывает, это Чернышевская. Проезжая мимо Чернышевска, обязательно проверьте, сколько у вас топлива в баке. Или же берите с собой запасную канистру. Потом есть участок, не участок, а АЗС, поселок Семиозерный называется. До этого попадает Самогочия, ну, бывший военный городок, там сейчас гражданские живут. Но у Самогочия тоже частенько не бывает топлива. А вот в Семиозерном, как гарантия, что ли, в Чернышевск, Семиозерный, вот там всегда можно, ну, по крайней мере, мне вот так везло, что там всегда был бензин. Многократно наблюдал картину, да и у меня ролики есть в интернете, в ютубе, где люди просто толкают машину, свадебный кортеж, свадьба, жених с невестом толкают машину, потому что кончился бензин. Но это... Да и потом стоят на трассе, голосуют, просят бензина. В этом плане участок 57